вы сейчас покупаете природу? Вы что? Хотите, чтобы вообще мышей не было? Она была беременной, родить не успела детей. Сюда я для них дом не строил. Чего они приперлись ко мне сюда? А? Папа, они ищут новый дом, Эля. Они ищут тебе безопасное жилье. Они ищут еду. И знаешь, как им трудно? Им трудно в человеческом доме. Теперь мышки этой полегче уже. Да, полегче.